вышли на улицу, подъезду уже провожала на работу. Как бы на первом этаже запаха не было. Звонит мне соседка со второго, она говорит, понюхай газ. Говорит, не пахнет. Я говорю, нет, у меня в квартире ничего не пахнет. Говорит, у нас, говорит, вонь стоит газовая. Я вышла сюда, уже наши соседки с третьего этажа звонили. Они позвонили в газовую. Как я поняла, сказали, вызов принят. Никого нету. Мы на полчаса где-то прошло, перезваниваем 112 звонили. Ну, потому что Евгений трубку никто ничего не берет. Позвонили в 112, объяснили ситуацию, сказали, да, вызов принят. Ну, не знаю тоже, сколько времени прошло, я зашла в дом с ребенком. Это во сколько примерно вы звонили? Ну, это примерно с 8 утра уже это все началось. Приехали, ну, так примерно, я не знаю, честно, дома как бы. Потом приехали ребята с газовой службы. Ходили сюда, ко мне в квартиру даже никто не зашел там понюхать, там, ну, к нам никто не заходил. Как бы я ожидала, ну, мало ли. Никто, нигде, никак. Ну, вот они ходили туда-сюда в 11-й квартире, ну, я так понимаю, там это очаг взрыва. Там никто не открывал. Говорят, там была женщина какая-то, не знаю, чем мужчина. Ну, никто не открывал. Ну, вот они ходили, еще мы им предложили, давайте вызывать участковых, выломывать двери. Ну, все. Ну, вот они ходили вокруг дома, все, они там то стукали, то трюкали, там, я не знаю, что было. А взрыв при газовиках произошел? Да. А как вы среагировали во время взрыва? Что первое произошло? Мне что первое было? Я схватила ребенка и побежала. Куда побежала, чтобы его вынести? У меня дверь разворотила, не могла ни выйти, ничего. Хорошо, у меня сосед со второго этажа, он, ну, пришел посмотреть, потому что у них тоже маленький ребенок, как бы мы общаемся. Я ему через эту дырочку отдала ребенка. Я говорю, неси на улицу, голый, босы, все. Я там хоть куртку схватила детям, потому что, ну, это дети. Сами как выбрались? Ну, я же уже сильная тетя, чуть-чуть поломала. Потом какой-то сотрудник полиции ногой мне стукнул дверь, как бы, ну, чтобы чуть-чуть немножко выйти. А пожар же начался уже? Пожар на третьем этаже, мы на первом. Надо же спасать детей, сразу у нас дым, гарь, все. Ну, первым что хватаешься? За детей. Потому что сейчас и документы, все там, все осталось. А сколько детей у вас? У меня лично один ребенок, 2,9 ребенка. Как он? Как он себя чувствует? Ну, плохо, ребенок не разговаривает. Он испугался, говорит только кроме слова «муж». Дверь открытая, бах,